Руна недер рисуется в виде лежащей восьмерки и означает связь с отцовской материнской линией. Чувашское слово «незель» близко по звучанию древнеегипетским словом «недер», что означает «боги» или «нетру». А чувашское слово «незель» – «незельзе» – множественное число предки, прадедушки, прабабушки. Люди эту руну закладывали смысл связь со своими предками, с отцовской материнской линией. Такое выражение в словаре Ашмарина «Пиринжин атяне пердуро» – «для нас отец и мать – Бог». Здесь закладывалось в философии большое значение родителей для детей. Ну и получается определенная связь поколений и бесконечность, да? Получается продолжение прошлого, настоящего, ну и, соответственно, уходит в будущее. И будущее. И этой руны значение двояко. Она еще означает свет. В частности, эту руну связывали с зимним солнцеворотом. Как зарождается солнце. Эта руна также означает начальным слоговым письме «ну» на «не».